Лишь 7% россиян согласны с утверждением, что любовь живет 3 года. Остальные уверены, она вечна. А вот как считают соликамцы, узнаем прямо сейчас. Бесконечно. Почему ты так думаешь? Потому что в любви сила и в правде сила. Бесконечно. Вечно. Почему? Ну, не знаю, ну, вечно живет. Бесконечно, сколько, если люди любят друг друга, они будут всегда жить вместе. Ну, мы с моей девушкой считаем, что наша с ней любовь друг к другу будет жить вечно. Как вы считаете, сколько живет любовь? Любовь вечно. Вечно. Почему? Ну, потому что на то она и любовь. Чтобы жить вечно. Сложный вопрос. У кого-то вечно, у кого-то один день. А у вас? Блин, вы меня прям врасплох застали. Сколько мы вместе? Лет 17 уже. Любовь живет, она есть. Добавлю, по мнению аналитиков, за последние 13 лет россияне все больше стали верить в вечную любовь.